Всем привет! В этом видео мы рассмотрим, как создать загрузочную флешку с лицензионной версией Windows. Для того, чтобы создать загрузочную флешку, на компьютере у нас флешка должна быть не менее 8 гигабайт. И перед установкой на ней ничто не должно быть, то есть мы ее должны отформатировать. Выбираем нашу флешку, форматируем. После того, как мы отформатировали флешку, открываем любой браузер, пишем Windows 10 в поисковике, переходим на официальный сайт Microsoft «Скачать образ диска с Windows 10». Ссылку я оставлю в описании. Выбираем «Скачать средства сейчас». Браузер можем закрыть. Запускаем скачанный файл. Нажимаем «Принять». Выбираем «Создать установочный на CD». Нажимаем «Далее». Выбираем параметры, которые хотим установить. Для выбора параметров убираем галочку. Выбираем язык, Windows и архитектуру. После того, как все выбрали, нажимаем «Далее». Выбираем то место, куда мы хотим сохранить Windows. У нас это будет USB флеш-память. Выбираем нашу флешку. Вот у нас диск F. Наша флешка отформатированная. Поэтому выбираем F. Нажимаем «Далее». Скорость загрузки зависит от скорости вашего интернета. Далее у нас начинается создание носителя Windows 10. USB устройство флеш-памяти готово. Программа установки удаляет ненужные данные перед закрытием. Все, у нас флешка загружена Windows. Пишите комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.